Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне Realme GT можно включить режим энергосбережения. Разблокируем наш телефон. Далее заходим в настройки. Переходим в пункт батарея. И здесь можно включить либо режим энергосбережения, либо же режим суперэнергосбережения. Чтобы выйти, нажимаем сюда и выйти из режима суперэнергосбережения. Чтобы каждый раз не открывать шторку, можем просто открыть... Точнее, чтобы каждый раз не заходить в настройки, можем просто открыть шторку и здесь нажать на режим энергосбережения. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!